Смотрите в пятницу 22 сентября в 18:15 на телеканале «Самарадис» программу «О животных хочу домой». Вы увидите традиционные видеовизитки «Дом собакам» и «Одной кошке нужен свой дом и хороший любящий владелец». Сюжет о собаке, которая всего боится, но с которой хозяйка занимается по программе коррекции нервной системы. Как научить собаку не бояться? Наш эксперимент. И гости в студии. Волонтер Елена Кузнецова и кинолог-эксперт, судья РКФ по рабочим качествам и спорту Ксения Магутнова. Тема «Почему берут, а потом отдают собак из приюта?» Нужно ли заниматься собакой на послушание и какой поводок безопаснее для выгула, короткий или длинный? Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самарадис» в пятницу в 18:15 22 сентября.